Добрый день. Меня зовут Евгений Викторович Харанжевский. Я профессор кафедры общей физики, Институт математики, информационных технологий и физики. Также я заведующий лабораторией физики и химии материалов. Ну, в нашей лаборатории мы разрабатываем новые функциональные материалы и технологии их получения. Я должен сказать, что вот на протяжении последних 20 лет нам удалось достичь значительных успехов в формировании различных функциональных материалов с уникальными свойствами. Ну вот простой пример. Например, мы можем сочетать такие свойства, которые ранее были совсем несовместимы между друг другом. Например, мы можем создавать поверхности, которые одновременно обладают сверхвысокой твердостью. Твердость уступает только алмазу и кубическому карбиду бора. При этом у этих поверхностей сверхнизкий коэффициент трения скольжения. К таким простым деталям чрезвычайно повышенные требования. Наши работы показали, что такие детали могут работать без смазки длительное время, выдерживая очень высокие температуры при эксплуатации без задира и износа. Такие покрытия могут быть использованы во многих изделиях, в частности, одно из наиболее важных, на наш взгляд, применений – это лопатки турбин. Это компрессор турбины. Компрессор работает в зоне, где температура до 500 градусов по Цельсию. Здесь мы работаем по покрытию пера, покрытие торца пера лопатки, которое вот необходимо для сохранения геометрии этой лопатки в авиадвигателе в процессе ее работы. Можно сказать, что лопатки работают в условиях очень высокой температуры, 1150 градусов. Ну и, например, если вы сумеете повысить температуру на 50 градусов, вы будете экономить топливо, причем очень много, там, ну, по разным расчетам, до 15%. И покрытия нужны во многих изделиях, ну, для того, чтобы снизить коэффициент трения, повысить твердость, вот как, например, на примере вот этой детали. Но я должен сказать, что благодаря нашим разработкам удалось вот внедрить новые материалы в производство и в технологии. У нас очень много внедрений, у нас 5 крупных внедрений. Мы работаем с госкорпорациями, работаем с крупными предприятиями, как Удмуртской республики. Ну, например, это предприятие ОАО «Иликонт». Это у нас ООО «Механик». У нас есть внедрение на концерте «Калашников». И сейчас у нас очень крупный проект с государственной корпорацией «Росатом» по аддитивным технологиям, как раз по нашим вот материалам. Но мы разрабатываем не только материалы, мы разрабатываем также и технологии. Сейчас мы двигаемся в сторону создания крупной установки, то есть это проект с очень большим бюджетом. Эта установка позволит вот получить некоторые рыночные технологические преимущества по сравнению с мировыми технологиями. Вот. Но должен сказать, что мы всегда ориентированы на практику и на применение наших научных разработок. И сейчас ездят там КАМАЗы натурально, в которых стоят наши опытные изделия, поверхности трения мы обрабатываем для того, чтобы обеспечить надежность и высокие функциональные характеристики этих машин. Ну, в частности, вот турбина дизельного двигателя, которая работает там в ужасных условиях при высоких температурах, при отсутствии смазки в момент старта запуска этой турбины. Ну, там очень хорошие результаты. Или, например, вот есть технология получения вкладышей, да, для коленчатого вала этого же двигателя.